Всем привет! С вами Лиза Краснова и огромный мешок всяких крутых штук из Батлерс. У меня много-много всего. Сегодня хочу рассказать вам о всех своих обновках для дома. Я надеюсь, это видео будет для вас интересным. Если да, то продолжайте смотреть. Конечно, как любая девочка, я не могла пройти мимо коробочки. Это коробочка для медикаментов, такая своего рода скорая помощь, типа аптечка. Мне кажется, классный дизайн, круто, что все будет собрано в одном месте. Надеюсь, все будут здоровы. И того и вам желаю, поэтому просто красивая коробка, мимо которой не могла пройти. Вот такие два стакана из голубого мутного стекла. Это вторично переработанное стекло. Мне очень нравится инициатива Батлерс о том, чтобы поддерживать экологию, перерабатывать свои продукты и вообще делать всякие крутые экологические штучки. Мне кажется, что выглядит очень круто. В принципе, даже если класть кисточки для макияжа или что-нибудь такое. Но вообще я их взяла, чтобы пить из них водичку, потому что водичка — это здоровье. Две вонючки в шкаф. Пахнет сандалом и ванилью. В принципе, такой довольно приятный согревающий зимой запах. Надеюсь, что они не будут нас удушать. И вообще приятно, когда в шкафу пахнет чем-нибудь тепленьким и ароматным, потому что свитера, они когда лежат, им становится там грустно, жарко, тесно, пресно. И, в общем, наверное, вы знаете, что шерсть, она имеет свойство залеживаться, поэтому проветривайте свои шкафы и вешайте такие всякие вонючечки. Ну, или не вешайте, кому как нравится. Еще одна коробка. Вот такая супер-мега-крутая коробочка для стирального порошка. Здесь засыпан порошочек, прозрачное окошечко и ложечка для набирания самого порошка. Посмотрите, какой крутой дизайн этой коробки. Мне кажется, это мега круто. Типа стиральная машинка вот такая. Я в полном восторге, я обожаю всякие коробки и штуки для хранения, поэтому я, наверное, в прошлой жизни была котом, мне нужно что-то все время, чтобы во что-то прятаться, что-то все прятать, поэтому у меня еще одна коробка. Да, я, понимаете, просто коробочный маньяк. Это вот такая коробка для всяких, наверное, будет моих помадок или еще чего-то. Здесь как будто бы личико девушки с ресничками, сережками и помадкой. Ну разве это не милота? Я думаю, что где-нибудь здесь у себя на туалетном столике я ее оставлю, красивенько поставлю, она будет радовать вас в кадре. Мне кажется, что это очень классный подарок, и в принципе в Батлерс много таких вещей, которые вы можете подарить, либо же в Батлерс есть подарочные сертификаты, и вообще дарите сертификаты на покупки для дома, потому что это жутко приятно, когда у тебя дома красиво и уютно. Дальше, чтобы дома было красиво и уютно, я взяла варежку и прихватку. Я обустраиваю сейчас свою собственную кухню, поэтому мне нужно все, там от сковородок до ложечек. Но первым было важным приобретением прихватка и рукавичка, потому что я уже успела обжечь палец. И именно в тот день, когда я хотела купить прихватку, в тот же день вечером я обожгла себе очень жестко пальчик, он до сих пор не выздоровел, поэтому это средство первой необходимости на кухне, скажем так. Вот такая масленка, просто стеклянная, белая, прямоугольная. Блюдце и крышечка. Я не хотела железную масленку, потому что я не люблю привкус вот этот железный. Ну, не знаю, у меня какие-то, наверное, свои собственные тараканы по этому поводу. Поэтому я взяла стеклянную, мне кажется, у нее крутой дизайн. И, в принципе, если что-то случится с одной из частей, вторую можно легко использовать. В общем, красивая, тяжелая, массивная, очень приятная. И я надеюсь, что она будет долго-долго нас радовать. Последнее, что я хочу вам показать, это вот такое блюдце. Из точно той же серии переработанного стекла. Скорее, это какая-то даже салатница для небольшой порции, либо же миска для хлопьев. Очень приятная, красивая штука. Она выглядит в реальном жизни изумительно, очень по-дизайнерски так, и очень тепло и уютно. Это не прозрачное стекло, а вот оно какое-то немного мутненькое. И реально, я очень люблю такие вещи, я очень рада, что у меня есть вот стаканчики и салатница из этой серии. Там очень много разных других штук. Там есть очень красивые типа вазочки или бутылочки для чего-то, например, компотика, если кто-нибудь любит. Ну, в общем, загляните в Батлерс, там масса всего красивого. И, кстати, уже привезли туда новогоднюю коллекцию, а я недавно получила 20% скидку, так что ждите, наверное, в ближайшее время какие-то мои покупки к Новому году или еще что-нибудь. И вот это все. Я надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Расскажите, что вы купили в дом, как часто вы вообще обновляете ваш домашний какой-то уют. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Всем желаю уюта и домашнего тепла.